И я думаю, что к 70-летию Победы этих листов календаря будет гораздо больше, несмотря на то, что Великая Отечественная война шла 1418 дней. У нас очень много дней, в которых было много разных событий. И на боях, и в тылу, и в судьбах разных людей. Сейчас нам предстоит колоссальная работа, это все рассортировать по годам, по месяцам, по датам, выверить все исторические даты, возможно, что-то уточнить, возможно, с какими-то листами доработать, заполнить недостающие листы календаря и воссоздать полностью календарь Победы.